Подготовлены первые 212 инструкторов для центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Слушатели представляли 11 регионов – Бурятию, Калмыкию, Татарстан, Чеченскую республику, Хабаровский край, Белгородскую, Кемеровскую, Псковскую, Свердловскую, Тюменскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ. После получения диплома инструкторы вернутся в свои регионы и с 11 мая приступят к преподавательской деятельности в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Обучение в центрах будет организовано в двух направлениях. Первое – подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Второе – лица призывного возраста, принявшие решение о службе в Вооруженных силах России. В одном потоке в каждом центре планируется обучать по 300 человек. Хочу вас поздравить с завершенным процессом обучения. При этом, если кто-то думает, что на этом все – учиться вы закончите, то это большая ошибка. Если вы вступили на эту дорогу, учиться вам придется всю жизнь. Почему это необходимо? Потому что мы с вами берем на себя, наверное, самую большую ответственность, которую можно. Мы берем на себя ответственность за то, чтобы наши ребята побеждали и возвращались домой живыми.